Так, закончили на этом. Теперь вернулись. О-о-о. Опять сектанты. Блять, как много магов. Нахуй, не выйдет кастануть никакой хуйни у тебя, падла. Ой, пиздец, как тут... Ой, блядь, как тут много этих дракончиков ебучих. Бля, Арнольда убила. Не, придется грузиться, походу. Тут просто пизда. Тут эти дракончики налетают, маги, сектанты. В большом количестве. Ну, зато следующий час почти апнемся. У Морриган левелап тоже. У меня самый близкий. У Арнольда самый близкий левелап. Сейчас апнемся. Чё качать-то мне, кстати? Вот такой вопрос. Да, наверное, пойдем берсерка. Блять, огненный шар. Ну хули тут терпим? Там опять какая-то гадость кастуется. Да заебал меня этот дракончик уже. Ай-яй-яй-яй! Нахуй, не подходи ко мне! Во, падла. Хильнемся. Блять, это просто фирма по перерабатыванию, блядь, драконов. Это просто капец. Ну вы зацените. Не, ну мне, мы близки к тому, чтобы исцелить сэра Амона, я чувствую. Сэр Эамон. Как интересно, выбирали его имя. Ну ладно, неважно. В какую нам сторону идти? Гнездо змеёнышей. О, господи. Еще и убийцы поспели. О, не, давай не заряжай свое дерьмо. Бум. Бум. Говорит, ты уже можешь сдаваться. Не, правда, у нас пачка уже такая, достаточно сильная, я думаю. Че, 36? Мне до 40 надо довести, да? До 40 надо довести, чтобы это качать. Но пока стойкость. Можно более эффективно фокусировать свою ярость, получая бонус здоровья на время действия. Также бонус устойчивости силам природы, которые действуют постоянно. Тема. Это прям хорошо. И куда? Что это за пещеры бесконечные? Меня, в принципе, радует, что у нас есть возможность кача.
Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим пока. Конечно, они чуть-чуть посидели, попукали, да, там? А, 5 минут совсем. Блять. Ладно, давайте еще. Посидим чуть-чуть. Минут 10 поиграем и пойдем. Сейчас, одну секунду. Эй, дурацкая ловушка, а? О, господи, там еще и маг этот дерьмодемонский. О, господи, бля, какая-то срань. Вот везде надо вставить, да, в магов? Вот прям везде надо, чтобы они были. Пизда. А что меня смаслило-то так быстро? Ебучая магиня вообще. Просто взяла и смаслила меня за секунду. Вот. Ненавижу магов, поэтому, наверное. Правда, маги в Dragon Age это что-то могущественное. Понимаю, почему их боятся. Ну вот вы видели? Во-первых, везде эти ловушки ебучие. А, еще демон праха есть. Ты меня заебала. А мне похуй, ее надо выбить сразу. Бля, на Морриган напали еще. Да отъебись ты. Она невосприимчива. Алистер умер. Блять, какой ужас. Себя порегенить, Арнольда захилить. Где Шейла бегает? Шейла дает пизды призраку. Тут займись. Тут похил. Тут похил. Бля, мы сейчас Арнольда потеряем. Шейла, я тебя прошу, хилься. Блять, Арнольд... Большую хилку юзай тоже. Ты большое пиво юзай тоже. Хилим Шейлу. Да сдохни уже, призрак праха говна. Просто дерьмодемон. Просто дерьмодемонский призрак. Отпусти, отпусти Морриган, слышишь? Алло, отстань! Да отвали ты от Морриган уже. Ай. Алистер, вставай, по хуйне все. О, господи. А если бы на мне не было этой брони, я бы сколько сейчас страдал. Аж меня хоть как-то -то точно защищает. Просто разъеб какой-то, если честно. Просто какой-то... Я не знаю даже, как вам сказать. Это просто развал. О, господи. О. Калигрим. Калгрим. Кто ты? You do not have the right to demand my name. You have defiled our temple. You have spilled the... А сейчас... No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. Why have you did this all for... The prophet Andraste has over... Not сейчас... even the Tevin... Сейчас, одну секунду. Короче, объясню просто...
Я сохранюсь получше, не быстрым, а нормальным сохранением. Перед этим. Тут. Угу. Если согласиться с этим парнем, то можно получить потрошителя. You will go no further. You do not have the right to demand my name. You have defiled our temple. You have spilled the blood of the... No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. You did this all for an ancient relic. Know this, stranger. The prophet Andraste has overcome death itself and has returned to her faithful... Not even the Tevinter Imperium could hope to slay her now. What hope do you have? They are still within this temple. But why do we need ashes when we serve the risen Andraste? You know nothing! To up! They're also... Ничего ты, говорит, не знаешь. Ну ладно. Ой, это просто пизда, конечно. Блять, Алистер умирает просто в секунды, в щепки. А, там еще... О, господи, два ебучих сектантских мага, блять. Что может быть нахуй хуже, чем сектантский маг? Блять, мы еще тут деремся. Они там кастуют свою хуйню. Бум, подорвался, мудак. Бум, Калгрима отодвинули. Нихуя он шотнул. Так, подержи его, Шейла. Нифига там проспойлерило все, да? Этот рог, в этот рог трубил, вот там. Тип, ладно, думаю, на этом после этого файта закончим, ребята. То есть этот файт закончился, остальные встают, пусть у меня, ребята. Лезвие веры. 15 урона. 4 ловкость сокрушителя магов. То выходит новое оружие для меня. Да как я его теряю, так меняю как постоянно. Как... Хотя этот дает выносливость, не знаю. Посмотрим. Ладно, на этом тогда закончим. Спасибо, что со мной были. До скорого. Пока-пока.